осени 2024-го на телеканале ТВ-центр состоялась премьера сериала «Стрекоза над омутом». Это картина от режиссера Натальи Микрюковой. Главные роли, которые исполнили: Эмилия Спивак, Олег Назаров, Ольга Любимова, Оксана Базилевич, Сергей Заморев и другие. По сюжету Софья Сорокина работает в хирургическом отделении городской больницы, совмещая карьеру врача с обязанностями жены и матери двоих детей. Просчитанный до минуты график позволяет ей все успевать, но однажды выверенное расписание дает сбой. Сначала Софье приходится согласиться на повышение из-за странного случая с другим претендентом. Затем со свекровью случается несчастье, лишающее Софью главного помощника в семейных делах. На фоне этих событий Сорокина решает нанять помощницу по хозяйству. Ею становится новая соседка Анна, милая, работающая девушка, которой быстро удается найти подход к каждому члену семьи. Вскоре Софья осознает, какую ошибку совершила, впустив в свой дом обаятельную соседку. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Стрекоза над омутом» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.